течение суток зрители и случайные гости нашего канала. Это третье видео по летсплею в игре Imperial Glory. Мы продолжаем завоевывать мир. Перед тем, как начать, я хотел бы сказать вам то, что теперь битвы, к сожалению, будем проводить в автоматическом формате, потому что при игре самолично в битвах по окончанию почему-то выбивает ошибку, и игра закрывается. Это уже у меня было 4 раза, я пытался записать видео 4 раза, заканчивалось одним и тем же. Конечно, очень обидно, что получается именно так, потому что я хотел показать именно свои охуительные навыки стратега, как я побеждаю, как я с неравными силами борюсь. И вы, в принципе, сами прекрасно понимаете, что когда ты играешь сам, даже превосходящие силы можно тактически выиграть. И игра от этого становится только интересней. Но, к сожалению, что есть, то есть. Если кто-то знает, как исправить эту ошибку, может какой-то кряк, может какой-то патч, может что-то где-то нужно прописать, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Потому что очень обидно, то есть мы практически половину функционала игры и теряем. Ну, а сейчас мы продолжаем с вами захватывать мир. Нам нужно нарастить нашу мощь после того, как мы в прошлом видео захватили государство Ганновер, после того, как нам поляки, подлые поляки, мы ударили в спину. Для того, чтобы это сделать, нам нужно поднять наш параметр населения. Для этого надо поставить местные госпитали. Это, конечно, стоит денег, поэтому давайте для начала отменим, к примеру, кое-какие отряды для того, чтобы сэкономить какую-то копеечку в бюджет, скажем так. Вот тут, к примеру, куча всего. Ну, капитан уже предустроится. Сейчас попробуем взять войско, подсобрать, и надо разобраться с поляками, потому что мы это не сделали в прошлой игре, вообще в прошлом видео, надо сделать сейчас. Так, новый командир готов, тактические маневры готовы. Так, что тут у нас, конница есть. Угу. Давайте поменяем вот так. Пускай будет. Пропустить ход следующий. Британия все опять же дышит рядом с нами, нам в висок или в затылок. Короче, куда там дышит, прямо у нас под боком. Мне это очень не нравится. Так, здание, местный госпиталь улучшить. Чего? Надо сначала разобраться с Польшей. Чисто ради принципа. Хотя больше из всех соседей меня волнует Австрия, которая у меня под боком наращивает свой военный потенциал. Она страшна, как никто другой. Угу. Польша оккупировать Викторию. Серьезно? Надо тебе тоже крестьян кинуть тогда. Раз такие дела. Ну, знаете, вот так вот они себя повели, это даже оскорбительно. Кинуть 41 дебила с палками для того, чтобы захватить кусок территории, но это... А давайте преследовать. Получи. Будешь знать. Да мне насрать. Казнили, да и казнили. Пускай знают, что они делают. Опа. Польша пошла в ответку. Что тут у нас? Ага. Мы отступим, конечно. Пацаны, вы там и оставайтесь. Не двигайтесь. Вот прошу, вот просто не двигайтесь. Сейчас я вам дам гамна по трубам. Ты посмотри.
Так, легкое сражение, нет. Что Польша? Не ожидала? Хуйня случается. Так, Франция, Батавия считает, что наступил подходящий момент. Деньги мне нужны, давай. Такс. Что тут у нас? Ой, битые. Ой, кстати, целое, целое. Ладно, сделаем так. Раз, два, три. Так, дальше надо продолжать застраивать госпиталь. Госпиталь. Все, пока хватит. Так, осада города Варшава началась, хорошо. Великобритания осаждает город. Господи. Кто-то. Батавия, ну, братишка, ну ничем не могу тебе помочь, к сожалению. Ничем. Хотел бы, но нечем тебе помочь. Если я успею дойти, я помогу, но это, мне кажется, вряд ли. Они сами сняли осаду. Так, осада города Брюссель снята. Местные госпитали пошли, хорошо. Какие-то там телодвижения Австрия делает, это мне очень не нравится. Британия там что-то скачет. Так, Польшу еще чуть-чуть и задавили, в принципе. Давай так, вот так вот хотя бы укрепим здесь. Надо сейчас строить себе литейный этот, строить пушки, потому что мы уже отстаем по времени в развитии. Все, Польша наша. Польша наша. Ну что, пшеки, пора работать на нового хозяина. Ба-ба-ба-бам. Так. Ой. А вот и Россия, матушка, рядом с нами. Что здесь у нас такого интересного? Пушки. Пушки — это плохо. Пушки — это не есть хорошо. Ну, пока вот так вот, наверное, их оставим. Надо сейчас, короче, наращивать потенциал на все приграничные эти, подевать хотя бы по три отряда таких маломальских, для того, чтобы было хоть какое-то сопротивление, вдруг чего, вдруг будут бить палками и ногами, чтобы было кому защититься, скажем так. Австрия, Австрия, как же ты меня пугаешь. Так, Швеция предлагает заключить союз против империи Великобритания. 400 золота. 400? Переговоры. Да вы чего? Да нет, ребят, спасибо. Я, конечно, люблю, когда мне деньги дают, но я еще настолько дешевка. Так. Здесь отряды какие-нибудь строятся, нет? Пускай так будет. Ну, Швеция тоже нашла кореш. За 500 рублей я хотел купить, чтобы меня это. Да, конечно. Так, Польша. Польша, Польша. Знание. Надо казарму тебе построить. Не хватает денег пока. Жалко, что, конечно, когда военная... военным этим захватывает, что приходится все сначала отстраивать. Папская область ищет возможности примкнуть к вашему оборонительному союзу. Ну, это ладно. Хер с тобой. Папская область. И ты там сидишь на своем сапоге. Так. Чем мы тут строимся? Строимся хорошо. Теперь население дофигища. Золото нихуище.
Так, возьмем самодержавие. Не хочу быть демократом. Так, улучшенная военная академия. Мы сможем делать полковника. Вот это вообще шикаюсь. Поскорее бы полковники. Обалдеть, у этого уже полковники. Вот, вот это, конечно. Вот, вот кого надо бояться, а не поляков. Поляки это так, пыль под ногами, которой уже в принципе нет. Так, что тут Британия у нас? Может она хочет немножко кулачками помахать? Это мы можем. Это мы можем. А, у нас же нет с ней войны. Ну ладно. Ну ладно. Тогда ладно. Чё там, офицеры? Нам главное не нужны проблемы с Австрией. Всех остальных мы потянем. Скажем так. Пока потянем. Может себе Батавию отхватить? Пока масть пошла. Франция считает 2000. Ну давай. Ой-ой-ой, Франция пытается выкарабкаться от своего дерьма, в котором она оказалась. Похвально, Франция, похвально. Ну, на деньги, которые нам дала Франция, тогда давайте построим, наверное, литейный цех. Можем себе позволить такую роскошь, скажем так. А здесь надо построить казарму. Будем вербовать поляков и кидать их на мясо, потому что больше они ни на что не способны. Россия поплыла в сторону Британии. Махач, наверное, устраивать. Из Пашки что там подлазит, я вижу, близенько. Ко мне, мне это не нравится. Угу. Подрос. Так, Польша построила казармы. Хорошо. Государство Австрии предлагает нам почти 4000 за право на проход. Господа, моя земля, ваша земля, проходите. Сколько нужно по своим делам. Интересно, куда она собралась. А, какая нам разница, в принципе. Главное, это деньги, на которые мы сможем купить много чего интересного. Да. Наш союзник Франция платит стране Батавия. Вот этому куску какашки платит деньги. А не проще их захватить, а не платить. Что за логика? Давайте всем платить. Давайте Молдавии заплатим, которая где-то вообще там в жопе мира находится. Давайте туркам заплатим. Давайте всем будем платить, чтобы они вступали в наш мега крутой союз, который в принципе ничего не сделает. В принципе. Даже если я очень сильно постараться. Так, вообще надо во всех этих деревнях построить эти, господи, вылетел за головой. Конюшни. Потому что конные войска это же есть просто. Вот так вот это. Одной пехотой дел не сваришь. Здравствуйте, Россия матушка. А вам что нужно рядом с моими границами? Вы пришли в гости к Польше, а Польши уже нет. Она уже сегодня не выйдет. Так, литейный цех построен. Отлично. Так, хорошо. Это что? Драгунов. Гренадеры. Пойдем в пехоту. Окей. Так. Так, так, так. Что тут строится, тут строится. Ну, уже, в принципе, есть. Так, надо отряды. Артиллерия. И пускай будет так. Кавалерии добавим. Здание. Вот. Вот так. Ш
Швеция 63%. Хоть кто-то нас любит. Ну а кому не ожидает? Давайте, всякие. Немножко надо какое-то войско вам подстроить здесь. Знаете, до сих пор под впечатлением от того, что не могу участвовать в битвах, я очень расстроился. Надо, конечно, эту проблему решать, потому что как-то, не знаю, не камильфо. Где же экшен, кровь, кишки, моча, все дела? Без этого уже игра не игра. Ну, не хватает, ну подождем. Нам, наверное, надо предложить торговые пути, чтобы было больше золота. Ну, конечно. А я почему-то совсем забыл за мирный путь развития. Все воюю, воюю. У кого-то деньги беру, потом воюю, там, что-то, ну понятно, что мы не можем построить. А с кем тут торговать-то по факту? Ну вот с третьими, к примеру, что тут, торговое отделение, позволяет создавать... Ну, будем собирать, сейчас уже войско достроим, которое там. Что-то они заплатили за право на проход и никуда не пошли, как-то странно. Непонятно уже. Не можем нанимать. Началось. Эх, Россия, бескрайние поля. Так. Все, не можем построить. Все, у нас не получается. Это что, создается вопутный торговый маршрут с коэффициентом? О, 66 уже. Получше, конечно. А Швеция-то потихоньку, уже 68. Гляди, может нам до консульства построить, чтобы они сами к нам присоединились без войны. Хотя, что-то мне там кажется, Британия сейчас там нагнут. Или Британия, Россия, какое-то расположение такое не очень эффективное. Так что здесь поляки. Ага, здесь в сраке. Ага, еще рекрутируют. Здесь готово. Здесь рекрутируют. Тут пусто. Ладно, пока деньги нужны. Придется потерпеть. Я вот удивлен Франция. Франция вообще, она практически с самого начала раунда сидела только у себя на столице и никакие телодвижения не делала. Хотя, знаете, я когда в прошлый раз заиграл, то Франция у меня обычно всегда как бы заставили, ну, делала головняк, она разрасталась так неплохо. А Британия сидела почти там до конца на своем острове, а тут видите, наоборот получилось. Франция сидит обрезанная, ну хотя бы еще кусочек вернул. А Британия лазит уже везде, где хочет, уже даже до центра добавились. Мне, конечно, от этого Британия этот кусок не нравится. Он, конечно, меня смущает. Но что мы можем ей поставить? Что мы можем ей поставить? Надо подождать. Здание ставится? Не ставится никакое. Можно, в принципе, чисто теоретически оттяпать этот кусок, это все равно не их. Так, поскольку это война, Испания, 5000 золотом, пожалуйста. Ты, конечно, я тебе вообще не видел, где ты там ходишь, но раз ты хочешь мне дать 5000, то, пожалуйста, я не хочу. Россия, 10. Что-то не так. Что-то не так, значит. Так, что там поляки? Ага, поляки готовы умирать за идею. Уже хорошо. Так, ну этот у нас кусок изолирован, в принципе. Тогда надо сделать вот так, пожалуй. Сюда выведем поляков. Так как это у нас теоретически рядом с Россией, с этим все-таки придется этим
ребряным полякам построить хотя бы конюшни. Хотя бы так. Так, здесь что у нас? Не готовы, да. Ну, опять же, видите, здесь не регулярные войска, а Денвера. То есть, в случае какой-то крупной потасовки на них рассчитывать не стоит, скажем так. Но все равно это не основная наша нерегулярная ударная армия, а так в основном для защиты. Так, Франция предлагает союз против Австрии за 1000 этих? Ну нет, ребят. А что там такое? Жареным запахло. Хитро. Сначала против Австрии давай объединимся. А я сказал, нет, Ники, ну давай хотя бы будем обороняться вместе. Нахер мне ваши проблемы. У вас сейчас Австрия будет шпили-вили делать, а я должен вместе с вами получать. У меня пока другие планы по этому поводу, я не хочу. Не хочу, не буду, ну ладно. Так. Ну что, мы там скоро достроим? Блин, еще 2 хода ждать. Кошмар. Ладно, тогда в Саксонии может что-то поставить, я не знаю. Что ли, тоже конюшню. Ну, позволяет, по-моему, конечно, поставить. Ничего интересного не произошло. Только Россия у нас здесь подплыла. А так, ничего интересного. Так, почему скоро здание? Конечно, достраивается. Ну, сейчас как раз последний ход, сможем нормального офицера нанять. Франция, Испания, Марокко считают, что он вступил. Ладно, давайте. А Испания-то так неплохо разрослась. Близненько они уже. Наконец-то. Так. Я вспомнил, что я хотел. Господа, я вспомнил, что я хотел. Я же хотел вот с этими подружиться. Вот так вот сделать. Так. С кем еще? Ну, давайте. Ну, с Францией давайте. Так. С Санкт-Петербургом подружимся тоже. Все. Все просрали на дружбу. Мир, дружба, жвачка. Так. Угу. Они у нас все стали полковниками. Значит, у них появился по дополнительному слоту. Надо эти слоты забить. Улучшенная казарма, улучшенная. Это надо строить пока в столице. Ага, ну какой шиш. Так. Дерево уже можно подстроить. Нифига не хватает, надо ждем. 4 хода бы строился торговый путь. Стоило ли оно того? Сходил деньги, говорит, в пустую затею. Лучше бы солдатиков настроил. Солдатики. Конюшни построены в Саксонии. Еще надо как-то, короче, их... Блять, а где-то есть мои войска регулярные, а не вот эти из прод. Вот он. Иди сюда. Так, пацаны, ну вам придется пойти потом отдыхать. Так, ты кто? Нет, не регулярно. Вот, еще одна регулярная. Так. Давайте сейчас какую-то еще корректировочку сделаем. Так. Вот так вот объединим. Так уже лучше. Так.
Сейчас хотя бы надо по одному отряду конницы засунуть в эти войска, которые стоят на границе, чтобы разбавить ихнюю участь, потому что основываясь только на одну пехоту, это несерьезно. Так. Вот так. Так. Все спокойно. Уже радует. Уже радует. О, полностью укомплектованный отряд поляков. Полностью. Так, что у нас здесь? Здесь все эти саксонцы, а вот две наши. Ничего себе. Тоже наш полковник. Так. Сюда хотя бы по коннице надо всунуть. Главное, что не хватает 9 этих, господи, ну пускай. Не все равно. А сюда старство предлагает нам почти 4, ну, 3,5. Пожалуйста. Ходите, особенно ты в прошлый раз не ходил. Есть. 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 Торговые маршруты посоздавались. Отряды. Планов. Поляков надо тоже было укрепить. Что такое? Не хватает этих. Населения не хватает. О, мне показалось, на нас напали. Я совсем забыл, что у нас право на проход. Вот этих пацанов надо укрепить по шурику. Блин, опять нету, блин, у меня населения. Что это, блин, ты будешь делать, а? Что ты будешь делать? И построить толком нифига не могу. Испания считает 1600. Египет перед Россией склонился. Ох, Россия, матушка, все ты давишь. Че ты такой, блядь, три пушки? Ты дурак, что ли? Так. Давайте, знаете, что с вами сделаем? Давайте-ка нагнем. Сейчас тут подстроим немножко. Сейчас подстроим и сразу вот эти две стороны нагнем. И на этом закончим наше видео. Потому что надо сворачиваться. Да. Так.
началась. Правда, вот эти у меня не укомплектованы ни хрена. Все равно буду делать рокировку. О, Британия не дура. Королева с ума не совсем выжила. Подтянула войска сюда свои. Что ж она подтянула, дайте мне их за горло подержать. А это все. Что-то вы мне не нравитесь. Я что-то думал, что будет пожестче, что ли. Сейчас я тут немножко ротацию сделаю. Ротацию в ротацию. Вот так. Я не думаю, что они будут первые нападать, конечно, но все может быть, все может пытаться. О, гренадеры. Хорошие пацаны. Гренадеров надо брать. Они хорошие и в дальнем бою, и в ближнем бою. Универсальные солдаты, вот как мушкетеры, только получше, с новой эры, скажем так. Ну что, Британия? Давай, бери пизду и ноги, я уже в дороге. Но правда у них уланы. Да мать его, ее попробуем, что нам терять-то? Мы вальнули, уже радует. Освободить ли Данию? Нет. Мы не будем ее захватывать. Просто поднасрем Британии и вернемся обратно. Швеция, ну вот просто уже 89, нам вот просто осталось как бы с тобой в десна целоваться, потому что какие мы все охуительные. Так, ладно, давай консульство тогда у тебя поставим. Блять, дорого это все. Да. Вот так вот, Даня, помни мою доброту, как я вас простил. Всех. Блин, этот такой Батавия лакомый кусочек. Но если я просто так объявлю войну, мне это же будет некрасиво, не по-христиански. Надо подумать. Пока ничего интересного. И построить мы толком ничего не можем. Ну, уже более-менее хоть и комплектовали. Ну, кроме вот этого вообще позорник. С этими палками уже, блин, новый век на дворе, он с палочниками ходит. Ой. Надо их вообще к ебени матери расформировать или отдать ему какому-нибудь капитану. А этого офицера надо комплектовать нормальной армией, лучше регулярной, конечно. Надо так и сделать. Скорее всего, сейчас перегоним его в столицу. Настроим ему этих. Я что-то не могу понять, что Британия не будет с нами мириться? Типа, мир, дружба, жвачка, давать нам там деньги, на то, чтобы мы ее не трогали. Угу. Не хочу никому обращаться. Так, ну что, дорогие друзья, в принципе, в этом видео мы Польшу захватили, конечно,
без красивого боя, без криков поляков и так далее. Но немножко уже нарастили армию. В следующем видео он может, я не знаю, или Францию. Кого-то в любом случае нагнем. В принципе, в этом видео мы немножко разрослись по территории, что уже радует. Немножко укрепились. Укрепили наше положение в мире. Швеция готова с нами в десна долбиться. Осталось еще совсем чуть-чуть. Поэтому скоро захватим еще пару кусков. А на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ребят, если кто-то знает, как исправить вылеты в игре, пожалуйста, напишите в комментариях. Буду очень благодарен. Я также сам постараюсь в этом разобраться. Так, до скорых встреч. Берегите себя.